Быстро летит время, особенно понимаешь тогда, когда ты открываешь свой фотоальбом. Ну что ж, посмотрим. Воспоминания переносят Алену в те годы, когда она еще совсем юной девочкой узнает, что ее приняли в продюсерский центр и ей предстоит покинуть родной Могилев. Вместе с Иваном Буслаем, он тоже оказался в числе принятых, Ланская приезжает в Минск. Столица встречает ее бешеной скоростью, на взгляд вновь прибывших, и быстрыми ритмами жизни. Этот жетон, потом бросаешь его, и замиранием сердца ты проходишь этот турникет, а вдруг он тебя сейчас зажмет, а потом мимо проносится электричка. Вот, и вот это вот ощущение быстрой езды я помню до сих пор, потому что в Могилеве, там, где я жила, не было у нас метро. И, к сожалению, я раньше никогда не сталкивалась. Вот, поэтому для нас с Иваном Буслаем, а мы вместе с ним тогда приехали, было, конечно, это неожиданно. Очень тяжело было расставаться с городом, с родными, близкими, потому что ты 19 лет прожил с ними. Вот. И вроде, но и в то же время было захватывающе, потому что ты ожидал чего-то нового, что что-то с тобой должно произойти, и это ощущение, оно было. Предчувствие девушки сбылось. Она полюбила Минск всей душой. И чего только не добилась за эти годы. Сегодня Алена Ланская – заслуженная артистка Республики Беларусь, победитель и обладатель первых премий многих международных песенных конкурсов и фестивалей. Лауреат радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси». Диплом, первое место «Атлантик Бриз Америка». Первый национальный канал белорусского радио присудил мне звание «Прорыв года» 2009 года. Точно так же еще у меня дома «Золотое ухо» от «Альфа Радио». Алена занимается музыкой с юных лет. В школьные годы пела в хоре, а также выступала сольно и в составе разных творческих коллективов. Постоянно участвовала в песенных конкурсах. Это гены, смеется Ланская. Моя семья всегда была музыкальной. Мой отец, чтобы покорить сердце моей матери, сочинил для нее песню. И вот таким образом потом создалась семья. Поэтому, как видите, музыка у нас всегда была. Отец всегда играл на гитаре, и семейные праздники всегда проходили с гитарой, с песнями. Стоит отметить, что этот год выдался творчески насыщенным и ярким для певицы. Я начала работу над своим первым англоязычным сольным альбомом европейского уровня. И мы уже завершили работу практически над ним, осталось оформление. Я надеюсь, что в ближайшее время мои поклонники услышат. В том числе я сняла клип на песню «Одинокие сердца» совместно с одним телеканалом, и это был подарок президента в рамках телепроекта «Еврофест», который состоялся в этом году. И всем пятерым участникам финала был преподнесен такой подарок. Вот. Особая благодарность, потому что клип получился очень красивый и замечательный. Равнодушно оставляли беззаботные. В то же время, признается Ланская, год был и довольно сложным для нее. Все мы помним участие Алены в национальном отборочном туре международного конкурса песни Евровидения 2012 и то, как ей пришлось в последний момент уступить дорогу группе Light Sounds. Но сегодня, несмотря на это, певица вновь вступает в бой и отстаивает право участия в Евровидении 2013 от Беларуси. Я являюсь поклонником Евровидения уже давно. И я еще помню с детства, как я смотрела выступление, и моя любимая песня Number One в исполнении Елены Папаризу в 2001 году заняла третье место. И после чего Филипп Киркоров ее перепел и сделал песню «Я за тебя умру», если вы знаете. Вот. Поэтому это, наверное, уже просто мечта детства, вот, которой ты идешь, и я надеюсь, что рано или поздно я к ней приду. Алена уже вышла в финал национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2013». Но главное сражение ждет впереди.
Имя белорусского представителя на престижном песенном форуме Европы станет известно 7 декабря. Сейчас вам крупно повезло, что вы меня, так сказать, выловили в моем графике, потому что у меня круглосуточно идут репетиции, мы шьем наряд, более того, работаем над постановкой и делаем декорации. Вот. Все в процессе, еще дорабатывается, конечно, что-то доделывается, отсматривается. Вот. Но надеюсь, что в любом случае мой номер запомнится. Нужно верить в себя и идти никогда не сдаваться. Тем более я по натуре своего рода боец. Вот. И поэтому я иду. Терпение и труд все перетрут, и рано или поздно, я думаю, что награда ждет где-то там, высоко впереди. Алена Ланская выступит на конкурсе с песней «Rhythm of Love». Конечно, девушка немного волнуется перед предстоящим испытанием. Пожелаем ей большой удачи. Дорогие зрители, голосуйте так, как вам подсказывает сердце. Спасибо.